сорт томата Мэри Робинсон. Это томат биколор. Вот я взяла три плода. Вот так вот он созревает. Сначала он оранжевая и розовая серединка. Потом розовое пятно расплывается. И когда томат вот я взяла почти перезревший, он практически розового цвета. Томат биколор. Это высокорослый и среднеспелый высокоурожайный сорт. Растение может достигать высоту до 1,60 м. Формировать лучше в два стебля, тогда томаты получаются более крупными. Плоды, как я сказала, желтые с розовыми красными полосками и пятнами, они плоско округлые. Вес томата может быть от 300 до 500 грамм. Вот так выглядит сорт в разрезе, многокамерный, розовое пятно посередине, очень мясистый. По вкусу он помидорный, но присутствует сладость, очень приятная, очень вкусные мясистые томаты. Использовать его можно в салатах для заготовок томата, кетчупов. И сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.